Нашел вот такую книжку Корней Чуковский «Добрый Бармалей». Ну, это в традициях Советского такого, Союза книжки когда выпускали напечатано, ну, 92 год. Ну, как раз такое время непростое, скажем так. Потрепанное немножко. Мой Дадыр с картинками. Одеяло убежало, улетела простыня, подушка, как лягушка, ускакала от меня. Я за свечку, свечка в печку, я за книжку, та бежать и в припрыжку под кровать. Я хочу напиться чаю, к самовару подбегаю, но пузатый от меня убежал, как от огня. Что такое? Что случилось? Отчего же все кругом? Завертелось, закружилось и помчалось колесом. Утюги за сапогами, сапоги за пирогами, пироги за утюгами, кочерга за кушаком. Все вертится и кружится, и несется кувырком. Вдруг из маминой спальни кривоногий хромой выбегает умывальник и качает головой. Ах ты гадкий, ах ты грязный, неумытый поросенок, ты чернее трубочиста, полюбуйся на себя, у тебя на шее вакса, у тебя под носом клякса, у тебя такие руки, что сбежали даже брюки. Даже брюки, даже брюки убежали от тебя. Рано утром на рассвете умываются мышата, и котята, и утята, и жучки, и паучки. Ты один не умывался, и грязнулею остался, и сбежали от грязнули и чулки, и башмаки. Я великий умывальник, знаменитый мой Дадыр, умывальников начальник, и мочалок командир. Если топну я ногою, позову моих солдат, в эту комнату толпою умывальники влетят. И залают, и завоют, и ногами застучат, и тебе головомойку неумытому дадут. Прямо в мойку с головою окунут. Он ударил в медный таз и вскричал: «Карабарас!» И сейчас же щетки, щетки затрещали, как трещотки, и давай меня тереть, приговаривать. Моем, моем трубочиста, чисто, 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 будет, будет трубочист, чист, чист, чист. Тут и мыло подскочило, и вцепилось в волоса, и юлило, и мылило, и кусало, как оса. От бешеной мочалки я помчался, как от палки. Она за мной, по садовой, по сеной. Я к таврическому саду перепрыгнул через ограду. Она за мной мчится и кусает, как волчица. Вдруг навстречу мой хороший, мой любимый крокодил. Он с Татошей и Кокошей по аллее проходил. И мочалку, словно галку проглотил. А потом, как закричит на меня, как ногами застучит на меня, уходи-ка ты домой, говорит, да лицо свое умой, говорит, а не то, как налечу, говорит, растопчу и проглочу, говорит. И пустился я по улице бежать, прибежал я к умывальнику опять, мылом, 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 умывался без конца, смыл и ваксу, и чернила с неумытого лица. И сейчас же брюки, брюки так и прыгнули мне в руки. А за ними пирожок. Ну-ка, съешь меня, дружок. А за ним и бутерброд подскочил и прямо в рот. Вот и книжка воротилась, воротилась и тетрадь, и грамматика пустилась с арифметикой плясать. Тут великий умывальник, знаменитый мой Дадыр, умывальников начальник и мочалок командир, вбежал ко мне, танцуя, и целуя говорил:
Вот теперь тебя люблю я, вот теперь тебя хвалю я. Наконец-то ты, грязнуля, мой до дыру угодил. Надо, надо умываться по утрам и вечерам, а не чистым трубочистым стыд и срам, стыд и срам. Да здравствует мыло душистое, и полотенце пушистое, и зубной порошок, и густой гребешок. Давайте же мыться, плескаться, купаться, нырять, кувыркаться, в ушате, в корыте, в лохане, в реке, в речейке, в океане, в ванне и в бане. И такая концовка. Всегда и везде вечная слава воде. Прикольно нарисован. Такой немножко по-детски, что ли. Что меня вот удивило, тут в начале есть такие вот слова, когда так, избежали от грязнули и чулки, и башмаки. Я подумал, какие чулки могут от мальчишки сбежать? Оказывается, раньше, вот, в советское время, послевоенное, довоенное, колготок не было, и девочки, и мальчики носили чулки. И у мальчиков был для того, чтобы чулки держать, пояс такой специальный. По-моему, назывался лифчик, что ли. Ну, могу я ошибаться, вот кто знает, кто в курсе, можете написать в комментариях. Ну, так, на этом все.